Казахстанцев научат экономить газ. Для тех, кто превышает лимиты потребления, установят новые тарифы. Соответствующий законопроект представили в Мажилисе. Изменения коснутся и тех, кто привык отапливать голубым топливом большие жилые помещения, а платит наравне с другими. Кроме того, предлагается ужесточить нормы и для промышленных предприятий. В частности, исключить возможность потреблять газ по субсидированным ценам. А для частных газораспределительных организаций установить госрегулирование. Это делается в том числе и для того, чтобы цены на газ для конечных потребителей не повышались по необоснованным причинам. У нас сегодня 2,2 миллиона бытовых потребителей. 1,5 миллиона – это как раз дома. То есть домохозяйство, и остальное – это квартиры. Соответственно, чтобы на сегодняшний день вот этого скачкообразного роста тарифов не происходило в отношении газа, как раз бережливое потребление – это тот самый компромисс, который позволит, с одной стороны, значит, обеспечить рост тарифа в тех категориях, когда ресурс будет потребляться сверх лимитов.